Всем привет! Меня зовут Сёрджи, за кадром наш оператор Вик, мы в магазине KickMeet, и сегодня мы вместе с вами будем собирать парковый кастом по вашим комментариям. Когда мы спросили у вас, на каких деталях вы хотели бы увидеть наш новый кастом, мнения разделились. Одни просили стритовую тачку, вторые просили парковую. Стрит-тачку мы собрали в прошлый раз. Ссылочка на ролик в описании и вот тут вот. Так что в этот раз мы соберем парковую тачку. Без лишних слов, это Apex. Apex – парковая классика. Смотрите сюда. Это доработанная версия доски. И здесь тормоз расположен не вдоль, закреплен не вдоль доски, а поперек. Так как мы все знаем, что у Apex было слабое место тормоз, там шли трещины, это было неприятно, здесь этой проблемы нет. С рулем, в принципе, тоже все довольно просто. Это, конечно же, Blundripper. Алюминиевый руль, 65 в высоту, это удлиненная версия. И это все, что вам нужно знать. Мы снова берем наши ключики. Дальше интересно. Никто этого не просил. Это наша инновация Шварцкоп и Хенкель. На нашем парковом кастоме будет система ICS и вилка Merrill. Теперь нужен какой-нибудь элегантный зажим. Раз уж мы собираем легенький и элегантный самокат, то зажим напрашивается сам собой. Это Этик. Он будет круто смотреться. Он вообще ничего не весит. То есть это то, что нам нужно. Нам нужна еще рулевая. И мы решили использовать новиночку в нашем магазине, рулевую District. Ответственный момент, выбор колес. Это колеса Aztec Trilogia. Колеса от американского бренда Aztec. Чем они интересны? У них система EDET, Uretown Compound. У них нет подшипников. Но это для нас, конечно же, не проблема. Друзья, к нам в магазин пришли вот такие замечательные подшипнички District. Прошу не путать их с Eagle. В частности, нам нужны грипсы. В данном случае Urban Art. Черные грипсы с ровным протектором, с пластиковой барендой, средней длины. Они будут на нашем самокате. Шкурку Apex, да. Я буду клеить шкурку Apex. Если вы купите несколько шкурок Apex с вырезаемыми буквами, то вы сможете из них составлять слова. Друзья, давайте теперь пару слов о том, что у нас получается. Apex измеряет длину доски от середины стакана до задних дропов, поэтому доска на самом деле довольно миниатюрная. От начала доски, от передних дропов до задних, дека в длину 51 сантиметр, а в ширину доска 11,5 сантиметров. Руль Blundripper в ширину 58 сантиметров, а в высоту 65. Вилка Этик Merrill V2. Все, что вам о ней нужно знать, что в нее влезают 110-е колеса, что она под систему ICS, и если у вас прямые руки, вы можете ее расточить под 120-е колеса и переделать под СКС. Про колеса Aztec особенно сказать и нечего. В них используется особенная система формирования полиуретана, поэтому он обещает быть мягким и в то же время очень живучим. Давайте приступим к сборочке. Друзья, пусть вас не смущает, что мы собираем наш кастом на ICS. Вы просили легкий самокат, вы получите самый легкий самокат, который мы можем вам предложить.
Вот мы и закончили нашу сборку. И давайте теперь взвесим. 3 килограмма 140 грамм. В заключение хочется сказать спасибо всем тем, кто оставлял комментарии, вдохновлял нас на сборку этого самоката. Он вышел очень гармоничным, сбалансированным, безумно легким. Разумеется, мы будем и дальше радовать вас новыми сборками, так что продолжайте писать свои комментарии с вариантами новых сборок. Мы их все читаем, отмечаем, и самые лучшие, самые интересные, либо самые оригинальные мы, разумеется, будем воплощать в жизнь. А с вами были Сёрджи и Вик, магазин Kick Meat. До встречи!